Всем привет, подписчики! Это вторая часть влога из Афин. Первая часть выходила неделю назад, а вторая вот вышла сейчас. Поэтому, если вы не смотрели прошлую часть, обязательно посмотрите. Она была прикольная. И это будет прикольно. Авансом можете поставить лайк этому видео, пока оно не началось. Подписки, вот это все. Всем приятного просмотра. Сегодня с утра на метро приехали прямиком в Хогвартс. Смотрите, какая станция. Станция метро. Это конечная станция метро. Там, где находится морской порт. И потому что сегодня мы все-таки приняли решение поплыть на остров, находящийся рядом с Афинами. Ближайший остров до него 1,5 часа. Плыть примерно. Справа от нас голубой ГЕЦ. Точно такой же ГЕЦ был у нас. Аж рыбинная машинка потрясающая. Помнишь наш ГЕЦ? Да, у нас мужичок купил, который собирался на нем ехать в Ессентуки, переезжать, жить. Надеемся, он переехал. Живет в красоте. А мы сейчас будем искать перетопис. Купим билеты. Вроде на сайте стоит по 12 евро. Здесь, наверное, фиг на фрукты будет. Но около того должно быть. 12 евро туда-обратно. В общем, 50 евро должно уложиться в две стороны. Билеты куплены, можете нас поздравить. 48 евро потрачено успешно туда-обратно. У нас билет туда, но 9.15 и обратно на 15.50. Вот. Билет стоил 12, да, как на сайте я посмотрел, все честно. Вот, билет стоил 15, и мы поедем, поплывем, пойдем на остров с названием... Я забыл название. Агина. Агина. Какая красота, представляете, на остров. Айленд. Вау. Вау. Не знаю. Ой, только тут, конечно, запашок вообще периодически прекрасный. А я это заснял. Я вчера подснял. Мне стыдно, конечно, я из-под тишка не люблю снимать и никогда этого практически не делаю. А там чел мылся, короче. Зато будет вкусно пахнуть. Тоже хорошо, между прочим. Лучше мыться, чем не мыться. Лучше мыться хоть где-нибудь, чем не мыться совсем. Так что ставьте лайк, если мыться надо хотя бы раз в неделю. У нас корабль называется Аполлон. И вот этот Аполлон. Похож на того Аполлона. Он немножко ржавый и валит боком. Помимо того, что на паромах передвигаются люди, там еще и автомобили перевозят. Вы видите, целая фура вместилась. Впервые на таком большом пароме поплывем. До этого самый большой был в Стамбуле, речной трамвайчик. Сейчас посмотрим, как там внутри. Если нас тут не за это, не затопчат. Уже примерно выезжают караваном. Сколько туда платит? Это вообще что-то невероятное. В общем, мы стоим рядом с входом для маломобильных. Там есть вход для многомобильных и маломобильных. Мы с колясочкой, поэтому пойдем, наверное, здесь. Если нас пропустят, будем очень много там. Пропустят.
конечно, мы одни из первых взошли на паром. Пришлось подраться с парочкой бабушки. С кем мы не дрались, нормально. Вот, все, мы решили, выбрали место у окна. Вот. Вот так. Красота. Через 7 минут отплываем по расписанию. Все, мы отошли. Время в пути составит 1 час и 10 минут. Значит, ориентировочное время прибытия 9 часов 30 минут. Ветерочек, который обдувает и создает хоть какую-то прохладу. Вот такая. Вид на город. За мной открытое море. Что сказать? Красота. Совсем не качает. Прям... Так как масса парома высокая, его фактически нет. Штиль совершенно не качает. Обновляю информацию, чуть-чуть качает. И главное об этом не думать. Стоять дискомфортно. Да, стоять дискомфортно, надо присесть. Вообще, лучше бы мы выбрали место ниже. Там стульчики переставляются, и люди, блин, круто чилят внизу. Ладно. Мы тоже неплохо устроились. Из развлечений, помимо того, что смотреть на красоты вокруг, можно еще смотреть, как ты передвигаешься по морю на карте. Кстати, напоминаю, что всегда скачивайте с собой в дорогу офлайн-карты. В частности, мы используем Maps.me. Там скачивается конкретный город, страна, куда вы едете, где у вас, скорее всего, не будет интернета. Очень удобно. Вот это тоже? Пользуйтесь картой. Нет, там еще до него пилить. А может, и он. А, да, это он. Да, уже видно остров впереди. Ничего себе. Вот, не забудьте пользоваться картами, потому что это сильно упростит вам жизнь. Еще один апдейт информации. В жаркую погоду вам все равно нужно будет взять с собой на паром что-нибудь на себя сверху накинуть. Прохладно. Особенно если 9 ноября. Особенно если 9 ноября. В особенности, если 9 ноября, обязательно с собой что-нибудь возьмите и накинуть. А в холодный день здесь вообще надо, наверное, шубу надевать. Не, прям прохладно, я сейчас тоже переоденусь. Чтобы вы понимали, размер острова, видите, он размером 3,5 острова. Парень говорит, там же небольшой островок. Она, наверное, представляла, что там, знаете, как в мультиках рисуют, песчаный клочок земли, посередине пальма стоит. Вот остров. Это не так. Если у вас меньше времени и больше денег, можно плыть на дельфине. Он вообще просто пушка-гонка. Просто фигачит. Смотрите. Обитаемый остров, целый ряд островов. Кстати,
Греции активно продаются острова, продавались, по крайней мере, до недавнего времени. И миллиардеры, и всякие селебы покупают себе личные острова. Таким образом, ситуация, экономическая ситуация управляется. И у людей может быть собственный остров для того, чтобы они там отдыхали, гуляли и радовались. Вот. Надо же куда-то богачам деньги девать. Подплываем к острову. Сейчас мы обогнем немножко с этой стороны, зайдем в порт. Все. Сошли с парома. Выберемся с пирса. Начнем нашу прогулку по острову Эгина. Я боюсь представить, сколько народу здесь в летний сезон. Сейчас вот 9 ноября. Куча народу, не протолкнуться. Лето, наверное, капец. Среднего, бальзаковского возраста. В общем, это характерно для Европы в преклонном возрасте путешествовать. Это выглядит очень мило и привлекательно. Да, там что-то вкусное раздают. В общем, что пенсионеры могут позволить себе путешествовать, это очень радует меня. Ну, учитывая цены на авиаперелеты очень низкие внутри Европы, цены на... В целом, наверное, льготы какие-то есть для пенсионеров. Даже и без льгот цены на авиаперелеты, что обычно является, сказать, костяком суммы путешествия, это обычно перелет, потом проживание. Здесь работает иначе. Основной, наверное, основная часть затрат – это проживание, а перелет – это... Вот, признаться честно, мы сюда поехали, побыли, не читали ничего про остров, просто выбрали остров и поплыли. А тут явно какое-то важное место. Мы это выясним в процессе наверняка. Тут просто огромная очередь, и все хотят туда. Какая-то икона, какие-то мощи, возможно, привезли. Мощи – это кусочки умерших святых. Вот. И к ним подходят люди, молятся и там... Всякие обряды делают, я не знаю. В общем... Сейчас подождем. Вот. Говорю? Может, просто все 11:00. Все ждали колокола. Возможно. Он проснулся. Дедуктивный метод Полины привел нас к тому, что, скорее всего, здесь будет кто-то проезжать. Подожди, я расскажу. Вот, кто-то будет здесь проезжать, потому что здесь люди с огромными камерами стоят, и прям вот очередь выстроилась, вот. Наверное, кто-то сюда приедет. Кстати, Полине дедуктивный метод... тут вон, сейчас позже расскажу. А в этот оркестр будет... О, а тут прям парад. Тут школьнички какие-то будут какой-то парад проводить. Какой-то, видимо, сегодня какой-то праздник. И нам повезло на нем побывать. В общем, Полинин дедуктивный метод скрыл какую-то наркоклоаку. Люди на площади шифровались под типа фотографов. Типа, вот смотри, один фотографирует другого, потом такой типа подходит, мол, посмотри, какой кадр. А на самом деле он что-то передавал. Но мы не скажем, где, на какой площади. Не будем... Пусть полиция занимается этим, а не мы. Дальше школьники пойдут парадом. Наконец-то крики школьник, оркестр. Мы же как раз
пошли от колоколов, чтобы сильно громко не было, чтобы ребенок поспал. Наткнулись на оркестр, а давай-ка подождем, когда начнется. Да, может, пойдем дальше куда-нибудь. Буквально, ну, метров, наверное, 200 срулили с главной дороги. Просто абсолютная тишина. Вот, опять колокола. Видимо, да, сейчас они все пойдут там. Да, сейчас бабусечка какая-то махала рукой из окна. Прям она бабусечка уже много лет ей. Такая милаха. Красивое место для старости. И здесь, по-моему, любят работать меньше, чем в Афинах, потому что половина магазинов не работает. Супермаркет один мы обнаружили, и он не работает. А мы не хотим в кафе покупать, мы хотим купить, попить газировку за 1 евро, а не за 6. Можно, пожалуйста? Есть вероятность, что парад до сюда доберется. Смотрите, это раскиданы какие-то цветочки. Интересно выглядит, аутентично. А прямо рядом с нами, смотрите. Я зашел в мини-маркет и все выяснил. Насколько смог, выяснил. Я спросил, что это за праздник сегодня. И сейчас. Короче, какого-то святого Нектариона. Один из самых важнейших православных праздников для Греции. Вот здесь собралось огромное количество народу вдоль всех центральных улиц. Здесь сейчас я подсниму для вас. Мини-маркет-то здесь был, а я туда зашел. Я не стала тебя звать. Мы в ловушке. Парад отсекает нам все пути отхода. Поэтому нам нужно ждать, пока весь парад пройдет, чтобы пойти дальше. Сейчас мы можем только по... О! Мы можем пойти на такую ловушку красивую. Фанта 1 евро. Гуляем вдоль побережья в поисках еды. О, коляска держится из последних сил. Смотрите. Чилзон у осьминожков. Видимо, здесь самый свежак подают. О, у меня лицо сгорело, ребят. Сгорело лицо. Потому что лето в самом разгаре. Всего-навсего 9 ноября. Много раз я говорю про то, что ноябрь. Просто для меня это удивительно. Я же из Челябинска. Что? Я записываю вообще-то видео. Подожди. Мы должны стать популярными. Поставьте лайк, и чтобы это комментарий написали какой-нибудь. Спасибо. Мы выбрали кафе. Вот сейчас будем заказывать обед. Я, естественно, рассказываю вам, что мы заказали. Вашему вниманию, греческий салат. Самый настоящий, что ни на есть, греческий салат. Там есть помидорки, там есть, естественно, огромный шмат феты. Естественно, что-то типа оливки-маслинки, лук, огурчик, болгарский перчик. Все это вот так подано.
Дальше нам принесли стейк из говядины средней прожарки. И мы наугад заказывали каких-то рыбок. Будем пробовать рыбок. Вот такой стол. Нам обошлось плюс два напитка. Безалкогольное пиво, конечно же. 36 евро. Счет на 36 евро. Джо достался греческий салат тоже. Отделись. Солнце планило. Сейчас нам повезло с погодой, смотрите. Затянуло небо. Потому что жара позанет, тяжеловато. Сейчас отдувает ветерочек. Очень комфортная погода. Очень приятно гулять по прохладе. Сейчас пойдем гулять вдоль береговой линии. Вглубь острова, наверное, не пойдем. Там только в горы подниматься. С коляской это не очень удобно. Потому... Видимо, за отдельные эти деньги можно купить на самолете, чтобы тебя прокатили. Я думала, что это просто на свои острова люди, да? Типа на Мик, она плохо отдыхает, да, по-любому на пути. Полина предположила, что это просто какой-то чувак летит к себе домой на свой остров. Здесь тысячи островов. И ой, кто-то, видимо... Короче, все вот думает она, все, что все для богатеев. Ага. Что, что обычный человек себе не может позволить полет на самолете. Ну, есть, наверное, только правда в этом. Ладно. А частный самолет? Да там частный самолет, видишь, как будто капец просто. Сухой суперджет летит. Это какой-то кукурузник пролетел. Вот срулили мы с вот этой вот пешеходной. Там просто миллион человек. Здесь никого. Практически мы одни. Здесь ходим. Не знаю, насколько вам будет интересно смотреть на природу, но я лично просто в восторге. Смотрите. Просто красота. Да, у кого-то здесь, конечно, домишко роскошный. Просто посмотрите. Это что? Что за восторг? Просто супер. Красота. А мы идем к маяку. Его уже даже видно отсюда. Вау! Какая красота! И как хорошо, что не жара. И людей вообще нету. Они просто сюда решили все не идти. Там остались, где кафе, там где поесть, попить можно. Но тут... Справедливости ради, на этот праздник в основном приехали контингент 60+. И, наверное, тащиться в такую даль, когда тебе 60+, не очень хочется. Мне 27+, я и только поленился практически. Но какая красота. В общем, когда соберетесь на этот остров с названием, которое я здесь напишу, которое я говорил уже несколько раз, но опять забыл, не поленитесь, прогуляйтесь просто по окрестностям. Ага. Здесь установили лавочки с видом на воду, на острова. Красота.
садишься. Невероятной же все это красоты. Немного маяков я лапал своими руками. Но как традиция. Вода очень прозрачная. Ветер поднимается, как будто погода будет только портиться дальше. Но до сих пор комфортно. Обдувает ветер, не жарко. Ой, я тоже когда-то купалась под дождем. С коралами. В первую очередь. Ой, ребята. Девочки, это просто... Вода лазурного цвета. Мне так нравится это. Все. Ничего сказать больше. До свидания. Да, сейчас чел просто вышел с своего участка садового. Я ему говорю hello, он говорит hello. И все, и по камням, где-то вот там он плавает. Издалека же можно, да, снимать людей? Вот. Да, я понимаю. Жетуха человека. Очень красивые цвета. Все так выглядит контрастно. Надо пофоткать тут. Мы вернулись к порту, потому что скоро у нас отправление на материковую Грецию. А здесь... При желании можно еще дополнительно купить билет на более дальний остров, погулять там. В частности, вот этот кораблик собирает людей, которые едут дальше на следующие островки погулять. Потому что время уже не так уж мало. Да, днем здесь было перекрыто, потому что парад был. Сейчас автомобили все едут, да. На Принцевых островах в Турции, в Стамбуле, нет автомобилей практически. То есть, ну, есть транспорт местный, технический, а вы на своей машине не сможете переправиться сюда. У пирса какой-то фисташковый рай. Днем тут вообще 400 человек очередь была. Сейчас чуть подрассосалось. Посмотрим, что тут. Какие движения здесь? Давайте смотреть, что здесь есть интересного. Есть фисташки в меду. Полина уже что-то выбросила. Давай. О. Я тебе открою небольшую тайну. Это не безалкогольное. Там градусов 25. Хорошо, что ребенок недавно поел. Это ликер. Пресвященники. Вообще постыдилась бы, блин. Да. Это ты ловко придумала. Хоть бы подождала. Может быть, нам же одновременно дали. Да. Надо было сначала, что попробовал я. Вырежем это. Не вырежем. Нельзя показывать.
3 евро? На, подержи. Как вкусно пахнет. Пробовала бы, конечно, но... 3 евро? На, возьми тут. Давай. Что нашла? Фисташки возьму. Фисташки? В фисташковом магазине нужно брать фисташки. Обратно, я думал, то же самое судно будет. Обратно судно другое. Сейчас мы попремся. Здесь даже есть эскалатор. Вау! Все, билеты у нас также 12 евро. А судно уже другое, более новое. Стильное, модное и молодежное. Да, там капец машин. Жесть вообще. Посмотрите, как загружаются автомобили. И это вся очередь на то, чтобы загрузиться на паром. Обалдеть можно. Все, погнали загружаться. Это, блин, что? Полина, это что, Титаник? Капец просто. Какой-то... Ой, мое, прости. Какой-то кофебар, это что такое? Это что? Это роскошь. Я вообще в восторге. Реально. Фиёчки. Обалдеть. Это... Я приятно удивлен. В итоге я занял самое козырное место с видом на остров. Чаёчек за 1,5 евро. О, мы отчалили, даже и незаметно было. Отплыли. Вот что здесь? Этот паром получается поновее. Ну и плюс кафешки есть на этом. Хотя, возможно, кафешки были и на прошлом, просто мы сразу на верхний этаж же заперлись. И, возможно, на том тоже были кафешки. Но этого мы уже не узнаем. Сейчас предстоит 10:30 по морю до континентальной Греции. Весь мир Титаник, а мы в нем в тамбуре сидим. РЖД. Плацкарт, боковушка у туалета. Короче, мы решили занять самые роскошные места с видом на море и все такое, на улице. А там пошел дождь, и мы, типа, все. Все места внутри роскошные заняты, а мы вот в тамбуре сидим. То есть чаем, я один. Нам все-таки достался кусочек роскоши. Когда все встали в очередь, мы заняли эти мягкие диваны. И посидим здесь 10 минут. Мы уже отплавали. Уже спускаемся в метро. На лифте, естественно. Для маломобильных. В метро спускается лифт. На минус первый этаж. Нулевой этаж – это улица. Уровень улицы всегда нулевой этаж во многих странах. В Италии, в Греции, в частности. Не знаю, где еще. Типа, заходишь в здание, и это нулевой этаж. В России, к примеру, да и в Грузии тоже. Это считается первым этажом. А здесь ты, типа, нулевой. И ты поднимаешься на первый этаж. А спускаешься на минус первый. А обычно спускаешься в России на нулевой. Вот. А мы сейчас на минус первом. И мы в Греции. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И напишите комментарий. Считаете ли вы, что удобно, что ты заходишь на нулевой этаж и поднимаешься потом на первый. Или вам удобнее заходить на первый, потом подниматься на второй. Заканчиваем день фисташками.
купленными на острове. Оказывается, этот остров славится своими фисташками. Самые вкусные фисташки в мире, так пишут в интернетах. И самое большое количество произведённых фисташек. В общем, фисташки с острова. И все, всем спокойной ночи. И мы телепортировались в новый день. Уже в четвертый день в Афинах. Ничего себе. 4 ночи у нас было в отеле. А четвертый день. Сегодня мы идем на смотровую площадку, где встречают закаты афиняне и туристы города. Но нам, как родителям, закат встречать на горах и по статусу не положено, поэтому просто днем туда пойдем. Да, кстати, мы проснулись в 4:30, потому что не спрашивайте почему. Сейчас мы пойдем на гору, потом у нас по плану прогуляться просто по улицам города. Потом мы хотим посмотреть храм какого-то Сократа. Ефеса. А, Сократ там умные мысли получал, я понял. Наши вещи остались в отеле. Да, мы сегодня выселяемся. И сегодня заключительный день в Афинах. Вечером у нас самолет до Кутаиси. Вещи мы попросили оставить на ресепшн отеля. Точнее, мы не попросили, я сказал, I have a question. Он такой, типа, хочешь вещи оставить? Я говорю, да. Еще есть вопросы? Нет, нет. Давай вещи, держите, спасибо. Это если вкратце. Что? Все удачно складывается. Нам только нужно найти еще копи-центр, желательно с Wi-Fi, где мы сможем свои посадочные талоны распечатать. Хотя они нам в прошлый раз не пригодились. Но лучше напечатать. Потому что погода может стоить ничего. Да, до 50 евро за регистрацию на стойке в отеле. Лоукостеры зарабатывают в основном на этом. Нет, у нас зарегистрировали, просто не могут попросить распечатанный билет. Mm-hmm. Если у нас его нет, они нам распечатывают. За деньги, короче. Мы вообще, когда летели сюда, пытались Афины рейс, там сначала, ну, не кормили, естественно, ничего не давали, никакой еды. Так вот, авиакомпания «Победа», к примеру, в России, там, она водичку предлагает. Здесь нам воду не предлагали, нам... О, копи-центр. Да, я думаю, здесь есть Wi-Fi, да. Нам воду не предлагали, но предлагали купить еду, разносили, типа, за какой-то прайс. А далее начали выносить духи, тоже на продажу. Чем зарабатывают, так могут. Вот, а мы пошли в копи-центр, попробуем напечатать билет. В общем, ситуация, как я люблю. Здесь в этом копи-центре я зашел, поинтересовался, есть ли Wi-Fi, это было важно, потому что у нас нет местной сим-карты и интернета. Wi-Fi оказался бесплатный совершенно. Все, я отправил документы на почту и немножко разговорился по профессиональной тематике с сотрудником. Это оказался не сотрудник, а хозяин этого копи-центра. Он прям такой масштабных размеров, там такие большие принтеры стоят. Я говорю, я тоже кое-что понимаю в этой сфере. Я говорю, умею печатать на кружках, футболках. Он поинтересовался, как это делать. Я ему посоветовал оборудование, которое можно использовать. Все, ну так. Кстати, обменялись профессиональным опытом. И по итогу он не взял ничего за распечатки, просто подарил нам эти распечатки. Мы сэкономили, наверное. Ну, евро, наверное, сэкономили. Блин, круто, блин, круто. Очень
очень приятная ситуация. Не знаю, так мило, что даже разговаривая на разных практических языках, я слаб в английском, нашли общий язык и даже смогли немножко пошутить между собой. Так что. Когда я заглядывала, вы так стали. Ну да, прям круто, круто. Все, продолжаем восход на гору. Минус проблемка, точнее не проблемка, а такая задача, которую нужно было сегодня решить. Мы ее решили. Все, отправляемся дальше. Мы забрались на какую-то гору, было очень тяжело, мы даже ничего не снимали. И с этой смотровухи, куда мы поднимемся в итоге, красивый вид на... Но мне уже красиво. Посмотрите. Весь момент испортил. Да, скажи, весь момент испортил своей пилой. Гуляем по каким-то захолустьям. У людей во дворе кактусы растут. Просто жилой дом. Уф. Моя отдышка говорит о двух вещах. Первое, было очень тяжело. Второе, я не очень вынослив. Мое кольцо. Смотрите, кольца активности. Я сжег уже за сегодня 287 калорий. Упражнение почему-то у меня стоит всего 15 минут. Ну, конечно, блин, надо 220% выполнил. Да, надо поменять что-то. А то, как будто я уже дважды закрыл кольцо активности. Мы, да, сейчас здесь фуникулер. На нем поедем наверх. О, да, на... Эту гору, смотровую площадку, можно подняться на фуникулёре. Да, но там в основном я читал, что по пещере проезжает, там ничего красивого внутри в фуникулёре не будет. Поэтому только если хотите на смотровую площадку, можно туда закатываться. Потому что этот платный вход, сейчас посмотрим, сколько стоит фуникулёр. Hello! There is one train starting now, if you want. Okay, otherwise next in half an hour. Да, 10 будет. Можно ли бы прямо сейчас купить? Right now. Two tickets. Мы, в общем, на двоих. Две стороны, наверх и вниз, мы отдали 20 евро. Фуникулер, ну, ты говоришь, тут все, ничего не видно. Мы будем все время по пещере ехать, когда кто-то. Поэтому 20 евро туда-обратно. Это должен быть очень красивый вид. Иначе какой в этом смысл был? Блин, дальше опять лестница. Ключи, я... Ну давай. Ого. Ох. Ребята. Да, это стоящая смотровая площадка. О, блин. Здесь типа кафешечки, наверное, на другую сторону еще есть. А вот есть верхняя точка, надо на верхнюю точку. Мне нужно сейчас забрать сначала свою семью. А коляску там что ли стоит?
Нет. Там я видел, что одного человека избили, за что он с коляской ходил. В смысле? Поверхность. Ну, здесь, на, здесь ровненько. Да, подержу. Сходишь за коляской. Ну, а ты дальше все равно. Ну. Я тоже так думаю. Те, кто сюда добирается, не даст ворует чужие коляски. Может, они за счет этого и живут, что воруют чужие коляски. Весь Афины как на ладони. Посмотрите. Просто это все, это вот каждый домик, каждое окошечко, это человеческая судьба и радость. Посмотрите. Смотрите, какой зум на айфоне. Каждый листочек видно. На самом деле ничего не видно. Но какая красота. В общем, с этой смотровой площадки открывается вид. Это здесь, короче, панорама 360. На... Это значит, что она круговая. И видно все. Ой, я устал подниматься, поэтому такая речь. Смотрите, во-первых, это стадион, тот самый, 4 век до нашей эры. Мы там были. Дальше. Акрополь и его потрясающий Парфенон. Весь город как на ладони. Если бы у меня была огромная такая ладонь. Но какая красота, просто невероятно. Потрясающая смотровая площадка. Стоит каждого потраченного евро. Кстати говоря, сюда не так уж тяжело подняться пешком. Да, здесь нет лестниц практически. Да, точно, здесь смотрите, друзья, серпантин. И люди поднимаются пешком наверх. И могут сэкономить 10 евро на вход. Но мы бы все равно не поднялись сюда пешком. Не, поднялись бы, конечно, но уже устали. Красота. Здесь церквушечка. Здесь какая-то колоколенка. Здесь какие-то кафешки работают. Но здесь чересчур много, я бы сказал, кафешек. Здесь, если хотите, за 2 евро можно... Ой, за 1 евро даже. 2 минуты посмотреть бинокль за 1 евро. Или можно бесплатно стоять возле него, чтобы все думали, что ты заплатил деньги. Вот какая красота. Вам нравится? Супер. 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 Ставьте лайк, если вам тоже понравилась эта смотровая площадка. Я не заметил, а вы промолчали. Вы что, подписчики? За Акрополем-то там море. А там остров, на котором мы были вчера. Ну, такие вещи замечать надо. Ладно, я. А вы-то молчите почему? Вы море каждый день видите. О, сейчас будем спускаться вниз и искать что-нибудь, какой-нибудь типа холодный напиток. О, Лео, смотрите, это Лео. Привет, Лео. Вы переживали, почему на логотипе нас четверо, а мы постоянно втроем везде. Вот, Лео с нами тоже, не переживайте, друзья. Ставьте лайк, чтобы Лео появлялось в наших влогах почаще. Я уже не знаю, как вас замотивировать на лайки. 11 лайков это мало для наших потрясающих видео, я считаю. 11 лайков. Вы что, я вам уже показал столько всего. Мы вам показали уже столько всего. Короче, если это видео наберет 40 лайков, то я буду счастлив. Я не придумал дополнительную мотивацию. Что, идем вниз? Оно еще рано, наверное. Во сколько? В 10-10? Через 10 минут. Давай присядем, ну.
Это снова я. Здесь еще вот. Вот. Площадочка. Туда на машинах люди заезжают. Там какой-то амфитеатр. А здесь, смотрите, они дрифтуют. Видимо, молодежь. Афинская молодежь. Афинчане. Здесь дрифтуют. О, а это, наверное, оливки. Оливковое дерево. Класс. И время. Еще даже 10 утра нет. А мы уже на какой-то горе в центре Афин. Ну, не круто ли? Круто. Я, конечно, извиняюсь. Но что-то здесь забыла моя боевая подруга. Далеко ты укатила. У нас остается один незавершенный вопрос. А ты долго собираешься идти с говном на руке? Сейчас остановилась вот. Кальмера. Салфетки-то закончились. Сейчас заметил, часики подают. Вернулся, чтобы все-таки вам подснять. А, вот, часички. 31 тысяча евро, 30 900 евро. Вот, и только на китайском написано, потому что все же понимают, что кроме как у китайских туристов сейчас такие деньги ни у кого не водятся. Одними из самых богатых туристов считаются китайские туристы. Потому что там оплата труда существенно выросла за последние десятилетия. Если раньше казалось, что в Китае типа просто производят ширпотреб за 2 копейки, то сейчас всем уже понятно, что Китай индустриальная держава. Ваши часики, ваши телефоны, все, что. Примерно все, что есть у вас из техники, произведено в Китае. В большинстве своем. Почему это я? Китай Forever. Ты бы хотел в Китай съездить? Я бы тоже хотел в Китай съездить. Я этого блогера все смотрю в Инстаграме. Тиктокер смешной. Зубарев, да. И он постоянно Китай выкладывает. Интересно посмотреть, как там живут люди. Да, мы направляемся дальше на какую-то другую гору. Полина захотела. Кто я такой, чтобы отказывать своей жене любимой? Мы были вон на той горе. Вот она. И сейчас мы уже здесь. Это парламент Греции. Мы идем. Мы перестроили немножко маршрут, потому что мы вспомнили, что мы хотим посмотреть на смену караула. Интересное, наверное, скорее всего, не очень интересное зрелище. Просто смена караула. Вот тебе как в Англии, только в Греции. Нет, оно интересно тем, что не помню, как они называются, но у них очень необычная одежда. Ну, ты, наверное, прикрепишь здесь фотографию, если не будешь. Да, да. Как-то они нас слушают. Называем их караульщики. Сейчас пойдем. О, нет бед. И печали, и горести. Все будет хорошо. Вот мы прогулялись через парк и... Мы хотим запечатлеть то, как вот тот чувак будет меняться в карауле с другим чуваком. У него на ногах вот такие смешные ботинки, он в юбке. И вот так вот. Главное, чтобы он нам сейчас не глумил за то, что мы его снимаем. Ну, вроде не должен. Они уже, скорее всего, привыкли к такому. Что за
домик. Не знаю. Какой-то домик, не знаю. Так, время 12.42. Надеемся в... Ой, 11.42. Надеемся, ровно в 12 будет смена караула. А если нет, то мы просто уйдем и все. Девочки, началось. Девочки, началось, походу. Вайме. Ну иди. Когда у тебя затекла нога? Они навстречу друг другу идут. Ну, видимо, будут идти 15 минут. Где часы, блин, не видно? И даже какое-то местное телевидение приехало. У них на подошве приковано много металлических пластинок круглых. Плюс на пятки еще. И от этого здесь слышно на камере звук, с которым происходит соприкосновение с землей. Excuse me. Вот, они идут навстречу друг другу. Вопрос, мы прям до конца будем снимать? Ну, да, наверное, меняется. Они остановились. Ладно, мы не зря перестроили маршрут, прикольно. Мы вовремя еще пришли, но пришли через 2 минуты, они уже начали танец навстречу друг другу. Досматривать, естественно, мы это не стали. Сейчас, куда мы сейчас? А, обратно на гору сейчас пойдем. На гору. В Афинах не хватает общественных туалетов, думали мы. Но на самом деле все общественные туалеты просто здесь. Они должны были быть раскиданы по разным частям города, но их, видимо, забыли развести и оставили все здесь. Поэтому в городе мало туалетов, а здесь очень много туалетов. Вот, пожалуйста, выбирайте любой. Ты в мужской ходила, кстати. Там мужик нарисован. Там девчоночка. А, справа? Писсуар. Да, кстати, сейчас покажу вам. Обзор туалета. Чек. Полина не знала, как выглядит писсуар. Вот, пожалуйста. Писсуарчик. Унитаз. Фу, простите за то, что вы это видите. Пожалуй, остановиться можно, да, в записи? Да. Мы вышли на самую, наверное, заполненную пешеходную улицу Афин. Она находится в самом центре, рядом с парламентом. У нас куча народу, как на Истикляле в Стамбуле. Практически. Ну нет, раза в три меньше народу. Но много народу. Что? Много магазинов, бутиков,
кафешек. Вот. Мы вчера вечером натыкались на эту улицу. Решили, что придем с утра. Прогуляемся. Обнаружен самый роскошный претендент. А? Кого? И это все H&M. Полинин рай. Королева масс-маркета. Ну, уже H&M не такой уж и масс-маркет. Вообще-то. Когда в магазине видите надпись Fitting Room, не переживайте, это всего лишь примерочная. Все нормально будет. Мы поехали в мужской отдел, конечно, потому что нужно побаловать меня немножко. Мы уже купили мне одну куртку в Бершке. Сейчас в H&M посмотрим что-нибудь еще. Ну, роскошный, конечно, H&M. Просто. Это что такое? Это еще... Это минус первый. Минус первый. Посмотрите, это что такое? Что тут? Сплошная роскошь. Главное ты. Главное роскошь. Я купил себе шапку и офигительные штаны. Не обошлись они 42 евро. Но шапка правда хорошая. И штаны правда хорошие. А здесь у нас самые что ни на есть Beatles выступают. Такая атмосфера. У меня, честно признаться, день рождения на днях. И поэтому я решил себя порадовать. Так-то я не люблю себе особо шмотки покупать. Это же деньги тратить надо. Красота! Позади нас все эти люди собрались в Акрополь. Нам был тот день, когда мы сюда приехали в Акрополь. Сейчас подняться последний на Парфенон, нам повезло, и было очень мало народа. А сейчас вообще просто миллион человек. Идем, потому что сегодня пятница, на выходные приезжают, как фильм. Еще получается, куда началась? Да, черная пятница. Правда, нам не попалось ничего еще. Может, это вниз спустим? Либо давайте. Штаны вышли у меня. 30 евро. Куртка 30 евро, шапка, простите, вот сюда. На него мы потратили 12 евро, на Полину 0. Вот, куртка 30, штаны 30, шапка 8 евро. Что штаны за 7? Нет, все, я понял. В общем, почему это я? А, черная пятница, да, наверное, сюда приезжает. Ну вряд ли прям активно это столица шопинга, туда вряд ли выходит. Ой, сейчас бы поехать в H&M или в Zara, в Fashion. Вряд ли. Да, все пошли смотреть на Парфенон. Мы уже видели. Все, все пошли куда-то, надо маршрут построить. Знаете, что круто? Что ноябрь месяц на дворе, и уже начались... Уже кончились хэллоуинские украшения и начались рождественско-новогодние. Посмотрите.
Вот у нас уже начинает светиться немножко. Там вообще какие-то драконы сидят. Это, наверное, просто какой-то. А, это кафе. Обалдеть. Они даже еще не работают. Они еще не открылись, а уже украшаются и готовятся к Новому году. Смотрите. О, красота. Это магазин, может, новогодний? О, чего себе. Ого. Вы посмотрите. Класс. Это все один магазин? Думаешь? Little Cook. Может, это кафе какое-то или нет? Не знаю. Ой, смотри. Не знаю. О-о-о. Ну, это надо пофоткать хоть. Ути-ку-куй. Лапочка здесь. Глядите. Это все Little Cook. Что это такое? Это, наверное, просто магазин атрибутики или что? Нет, это кафе. Это все какой-то супер новогодний рождественский ресторан. Мы срулили на блошиный рынок. Здесь продается всякие штуки за 200 евро гитара. Обалдеть. Монеточки всякие. Очки за 1,5 евро есть. Все что ли? Ребят, это не тот блошиный рынок, который стоит вашего внимания. Да, вот по этой улице можно дальше идти прямо. Мы просто шли по параллельной улице. И она, прямо скажем, не туристическая. А мы в первую очередь туристы. И хотим смотреть, как все красиво светится и радуется. А не как какой-то чувак досасывает бычок, чтобы скинуть его в канализацию. О, спасибо, нам ничего не нужно. Тоже капнул. Еще одно место, которое нужно посетить, если хотите, но мы вас не заставляем. В торговом центре Honda Center, Хондо. В общем, на верхнем этаже есть кафе, недешево, можно просто взять кофе, например. И здесь есть потрясающий вид на вот смотровуху, которую мы, где мы были с утра. А там, если приглядеться, Акрополь видно. Вот. Поэтому мы взяли по греческому салату. И традиционное блюдо масайко. Масако. В общем, здесь картошечка, фаршик, баклажаны. И хорошее настроение. Вот еще кусок хлеба взяли. Еле, да, там. А где рабочий транспорт? Пошли прогуляться. Вот. Дождь кончился, и мы пошли прогуляться по предотличному Афину. На улице тепло, на улице стемнело, стало еще красивее. Мы выпили кофе в кофейнике, где пили кофе каждое утро. Дальше мы направимся в отель, собирать свои вещи. Идем еще в аэропорт. На этой ноте, меланхоличной, вот этой вот ноте, мы хотим завершить это видео и поблагодарить вас за просмотр. Однозначно рекомендую вам посетить Афины. Афины супер, да, прекрасный город.
Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И спасибо за просмотр. Еще раз. Всем пока. Всем пока. Всем пока. И всем привет. И это вторая часть влога из прекрасных Афин. Если вы не посмотрели первую часть, вот в прошлом видео была первая часть. И чё, нахуй?